23 марта 1917 года, спустя неделю после принятия своей первой декларации, Совет министров Российской империи наконец-то вспомнил о своем обещании гражданам как можно скорее созвать учредительное собрание. Чтобы не дать оппозиционным политикам повода обвинить себя в удержании власти, министры князя Львова приняли решение официально объявить себя временным правительством. Впрочем, фактической пользы для России этот шаг не имел. Учредительное собрание было создано только спустя несколько месяцев. В тот же день правительство провело еще одно переименование, вряд ли необходимое России. Переименовало департамент полиции во Временное управление по делам общественной полиции по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан. Несмотря на смену вывески, работать в этой организации остались все те же люди, которые еще недавно служили самодержавной монархии. Впрочем, одно полезное для страны изменение в тот день все же произошло. Петросовет и Петроградское общество заводчиков заключили соглашение о 8-часовом рабочем дне. Вскоре к соглашению присоединился ряд других городов России. Часть пролетариев наконец-то получила нормированный рабочий день, за который трудящиеся сражались на протяжении десятилетий. До Октябрьской революции оставалось 229 дней.